Привет! Сегодня расскажу еще об одной игрушке, которая станет отличным подарком Барбосы на Новый год. Немецкая компания Trixi не забывает радовать наших питомцев не только в области лакомств, но и игрушек. Так компания создала целую серию рождественских игрушек, в которую входят Санта-Клаус, олень и мишка. Длина такой игрушки 20 сантиметров. Внутри она наполнена синтепоном и имеет маленькую пищалку. В принципе, эта игрушка не отличается от других игрушечек этой компании. Никаких мелких деталей. Все прошито хорошо. У моей собачки такой мишка прожил только рождественские праздники. Не знаю, то ли у нас было игривое настроение, то ли нам очень понравился медведь. Но после многократного зашивания я решила отправить медведя на пенсию. А что вы подарили своим барбосам? Признавайтесь.